Ну что ж, ребята, здесь такой богатый антураж. Значит, смотрите, какая огромная скала за моей спиной. И вот эти белые палатки, поскольку здесь температура бывает до плюс 53 градуса, примерно 60, то они как бы защищают, они белого цвета, мандариновые и лимонные поля. То есть все время, когда вы здесь идете, вы видите мандарины, лимоны. Вот это все, это огромная плантация мандаринов и лимонов. Ну и если немножко понаглеть, то можно, конечно, пойти и набрать себе мешок мандаринов или лимонов. Ну, кому что нравится. Мы себе немножко апельсинов надергали так, чтобы перекусить немножечко. Не делайте так, потому что они тут стоят все равно евро. Но мы не нашли, кому заплатить, поэтому набрали мешок просто так. Итак, идем с видом на шикарную гору, на мандариново-лимонные плантации и прямо до водопада. А его уже на слух слышим, что он где-то рядышком, мы на слух идем. Не ориентируемся, потому что местные не говорят ни на каком языке, только на испанском. Но если даже взять с собой словарник, то этого испанского разные диалекты. И одни испанцы в одной части не понимают испанцев в другой части. Ну, мы с этим столкнулись. Поэтому просто идем на слух, там водопад, и мы движемся туда. Когда вы себе в супермаркет приходите и берете апельсины и мандарины, да, то вот, ну, для информации, смотрите, где они вырастают. То есть здесь гора, уклон и такими ступенечками. Знаете, для чего нужны эти ступенечки? Потому что чем ближе к солнцу, у них раннее поспевание. И они вот с первой ступенечки сначала снимают мандарины или апельсины, потом со второй снимают, вот как здесь видим, да? И так постепенно они собирают эти апельсинчики и мандаринчики. И вот здесь они растут, вот прямо в горах. Вот, могу сейчас подойти и прямо рукой дотронуться. Сейчас камеру когда выключу, и тогда сейчас наглядь не буду на камеру. Видите мандаринчик? А видите дырочка в заборе? Вот как вы думаете? Я чуть вперед. Мы, ну, угостимся? Ну, я думаю, да, они тут стоят тут в районе полеврика за килограмм. Если мы тут килограммчика два тиснем, то ничего в этом страшного не будет. Дергаем апельсинчиков. Красота, горы, солнце, апельсины на халяву. Ну, не рай ли, а? Нереально вкусно. Нам все равно сюда же идти. Как дед учил, всегда в любой заборе есть дырка. Вот я его слова никогда не... Всегда... Потому что таких, как дед, много. Короче, фишка в том, что мы ни хрена не поняли, что на их местном языке написано, и поняли, что мы, раз уж сюда приехали, мы должны в это место попасть. Поэтому там был, я так полагаю, может быть, это был выход, и мы через не вход зашли, а через выход. Там был, конечно же, забор, и не буду показывать, как мы туда зашли. Зашли мы быстро и комфортно, и теперь я так полагаю, что мы зашли в выход и движемся сзаду наперед в этот аквапарк. Поэтому экскурсия у нас получится с одной стороны с ног на голову, с другой стороны на халяву. Ну, приключений хотели на свой зад. Я думаю, мы сейчас их получим. Пошли. Значит, видимо, мы зашли через зад, и экскурсия через зад выглядит вот таким образом. Ребят, ну что, из плохих новостей нифига мы не узнаем, сколько реально стоит со вход. Так оно и есть. Зашли мы через выход и слились с толпой. Поэтому клуб любителей халявы. Потом покажем ссылочку, как зайти сюда на халяву. Двигаемся. Значит, виды здесь какие? Скалы и кристальная горная вода. У нее офигенный просто такой жемчужный цвет. Посмотрим, можем ли мы здесь полетать на коптере, если вдруг мы такой наглостью пропитали, что мало того, что на халяву зашли, еще протащили сюда коптер, и сейчас тут будем всяческие шоу устраивать, чтобы привлекать на себя внимание, как сами понимаете. Посмотрим, чем все это дело закончится. Двигаемся дальше. Ребят, ну что, если будете в Бенедорме, да еще если с детьми, да еще если в сезон, когда плюс 50, я думаю, что я бы сюда поехал. Значит, верхняя точечка, вот эта скала, не совру, как она называется, помните, да, на халяву сюда мы пришли,
Вот, оттуда идет первая ступень водопада. То есть вода настолько кристальная, что, ну, форель здесь не водится разве только потому, что только отсюда начинается. Вот где паренек лазит. Вот это первая ступень водопада. И это первое плато, по которому она спускается. И дальше таких ступенек все больше и больше и больше. И все они как бы разнообразные. По красоте, по объему воды, по всяким приколам, которые попадаются на пути. Ну, сколько могу сейчас поснимаю, может быть, даже коптером, да, снимем? Вот, и полетаем над всем этим безобразием, но непередаваемая штука – запах. Здесь запахи, ну, на миллиард евро. Шум такой воды, разные уровни, ступеньки, разные шумы. И, ну, блаженство. После той жары, которая там внизу в Бенедорме, здесь всегда будет рай. Обязательно посетите это место. Так, мы решили не останавливаться на том, что на халяву сюда зашли, а еще в этом заповеднике поплавать. Я думаю, такой наглости здесь никто не обладает. Мало того, что мы тут летали на коптере, так еще и в их минеральной воде поплавать. Вот так это примерно выглядело. Какой интересный случай с нами приключился. Значит, мы добрались до этой верхней точки, до водопада, и увидели, что тут кто-то болтыхается. Подумали, ну раз местные в этом заповеднике плавают, значит и нам можно. Разделились, прыгнули, поплавали, а сейчас выясняется, что это не местные, а это ребята из Латвии. То есть наши люди заходят, плевать на заповедник, устраивают здесь, ну, фотосессию и прыгают, купаются. А местные думают, какие идиоты зимой полезли в воду. Вот такой прикол с нами случился. На верхней части этого водопада узнали, как его называют. Это называется водопады Агара. Во. Видишь, белый специальный берег? Конечно, мы не ограничились тем, что мы просто зашли на халяву. Мы еще, ну, апельсинчиков подрезали. Значит, смотрите, апельсинчики растут во как. На вытянутую руку. То есть я... Ребят, эти водопады называются Альгара. Расположены они недалеко от города Альтея. В принципе, мы пытались их самостоятельно найти. Это очень сложно без местных. Мы обязательно выложим ссылочку с координатами. Если вы окажетесь когда-нибудь в нашем отеле и захотите куда-то попутешествовать, то от города Бенедорм это составляет примерно 25-30 минут езды. Это очень близко. И это такое легкое путешествие, которое можно совместить с другим путешествием. Или просто, когда неописуемо жарко, температура под 50, и у вас со здоровьем не алло. Вот здесь совершенно другой климат, нежели тот, который находится вокруг нас. Итак, если вы расположены где-то в городе Алтея или город Бенедорм, то это в радиусе 30 минут езды. Видео! Да-да-да, и голову себе, блядь, сломай там. Ну что ж, гуляли мы тут, гуляли, и наконец выяснили, мы же все делаем чуть по-другому, то есть мы оставили машину, оказывается, на входе, поскольку разочаровали на выходе. Мы остановили машину на выходе, разочаровали, что зря приехали, и зашли через выход бесплатно. Прошлись по всем водопадам, а все, что мы увидели, вы увидели это на видео. И вот здесь уже, когда мы шли, нарвались на вход. Оказывается, он работает и в сезон, и не в сезон. Стоит это удовольствие 4 евро с персоны. И вход выглядит таким образом. То есть вот единственное, чем отличается вход от выхода, тем, что вы увидите несколько дополнительных ручейков. Фактически всю картинку, которую вы могли увидеть, мы уже увидели. Итак, здесь совершенно другой климат, потому что мы находимся в ущелье в любую погоду.
Здесь очень шумно, такой чарующий водопадный шум. А здесь прохладненько, и цвет воды здесь от голубого до такого зелененького. То есть довольно интересно. Учитывая то, что это мероприятие всего лишь стоит 4 евро с персоны и находится в радиусе там 20-30 минут езды от отеля, это приятное мероприятие. И еще одну галочку, что я здесь был, пожалуй, стоит поставить. Мы рекомендуем.